«Самоотравление собственной фантазии» Федор Михайлович Достоевский. То есть, что же происходит в так называемом гейминге? То есть, происходит следующее. Когда ребенок начинает играть, то у него формируется так называемая психологическая зависимость, которая незаметно потихонечку и потихонечку формируется. За счет чего она формируется и как это происходит? Но чаще всего за счет того, что нам, родителям, порой бывает некогда заняться ребенком. Да, то есть мы хотим, чтобы ребенок у нас был спокойный, нам не мешал. Уважаемые родители, так или нет? И когда он играет у нас, то, ну, возьмем, значит, от года до 3 лет идет. То есть очень, очень удобно, да? То есть вы пришли с работы, он сел в компьютер и как бы ничего никому не мешает. Вы можете заниматься своими делами, он занимается своими делами. Ну и кажется, такая идиллическая картина. То есть тревога возникает тогда, когда появляется уже состояние непослушания, когда появляются плохие оценки, когда появляется неадекватная реакция, агрессия, то есть появляется хамство, брутальность и так называемое девиантное поведение, тогда родители начинают бить тревогу. До этого момента, ну ничего страшного, да, ну что там, подумаешь, ребенок играет.